Сегодня в час ночи в 16-этажке на Колмогорова 73/1 в жилом комплексе Ольховский парк, что на Визе, красный петух неожиданно прокрался в квартиру на 10-м этаже, где в гордом одиночестве обитал 24-летний парень. Судя по тому, что эпицентр воспаления затаился на диване, хозяин жилища в час ночи либо покурил и уснул, либо отжег каким-то другим способом. Короче, с дивана пламя перебралось на руки и лицо хозяина, опалив их, ну и поползло дальше по квартире, сжирая все на своем пути до голого бетона стен. Пожарные, услышав по телефону 01 не только «горим», но и «задыхаемся» от соседей сверху, примчались в Ольховский парк по ночным, читай, пустым дорогам быстро. И сразу стали искать тех, кто задыхался на верхних этажах. Надо констатировать, что большинство аборигенов не стало дожидаться помощи спасателей, а самопроизвольно эвакуировалось на улицу по лестничным маршам. Дымота? Что? С какого этажа? С 10-го. На 10-м, да, горит? С 6 ноября поступило сообщение о пожаре по адресу улица Колмогорова, 73/1. По прибытии было обнаружено сильное задымление лестничной клетки, а также множество звонков с просьбами о помощи. Для привлечения дополнительных сил и средств пожарно-спасательного гарнизона было принято решение о поднятии ранга пожара до пожара 1 бис. Силами газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств было спасено 5 человек, из них один ребенок, а также эвакуировано 50 человек, из них 10 детей. Благодаря расторопности и спасателей, и аборигенов обошлось без жертв. Единственным пострадавшим руками и лицом оказался хозяин сгоревшей квартиры. Когда пожарные добрались до эпицентра воспаления, они были приятно удивлены, ибо обнаружили на стене пожарные гидранты. И им не пришлось тянуть рукав пешком на 10 этаж. А что еще порадовало, в настенном гидранте была вода. И потому огнеборцы красного петуха замочили с одного ствола по-быстрому. На площади 25 метров квадратных. На пожар привлекалось 8 единиц техники, 26 человек личного состава. По итогам можно было бы констатировать, что на площади 25 квадратов сгорело все, но нет. Правая стенка дивана, находившегося в самом эпицентре огня, устояла каким-то чудом. Ну и книги пережили пожар. Закоптились, но пережили. Вот считается, что рукописи не горят. Но практика показала, что и в печатном варианте произведения искусства тоже не горят. Интересно, а выжила ли бы в таких условиях электронная книга? Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.